Бабе? Да, даже автомобиль мэра Одессы не пропустили внутрь режимной зоны. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Точно. Вы прям читаете мои мысли. Подписывайтесь на канал, это хороший человек, я вам советую, я смотрел Соня. О, устами мужчин, это парня, глаголит истина. Все поняли? Как канал называется? Андре, на английском, Андре, 34М5. Андре, 34М5. Андре, 34М5, запомнили? Да. Все, вас увидят. А вы снимаете, когда приезжает Порошенко? Ну, я снимаю, веду репортаж о вас, о нашем подрастающем поколении. Я, ну, а Порошенко... я думаю, что очень зря заблокировали ВКонтакте и Одноклассники. Опа. Это самые важные, самые важные социальные сети, у которых их забрали. Конечно, есть обходы, VPN, Opera и так далее. Не рассказывай нашему СБУ эти обходные пути, а то все заблокируют. Так что не надо. Да, все, мы знаем, и все, это наш с вами маленький секрет. Да, большой секрет для маленькой такой компании. Ну вот, молодежь высказывает свое мнение о происходящем в стране. Да, вот так. Так, тихо. Железный кулак.